бегаю, траву качаю. Скоро буду барыжить шишками. Знаешь, в чем минус быстрого старта? Там выбираешь Чё? профа, когда там одна профа дается крафтовая, а одна собирательная. И ты типа А, то есть нельзя две взять сложную. этих. Да. А, то есть получается, если мне там брать, например. Ну вот я ДК удалю с этим же ником, потом сделаю. То есть мне придется брать горб. А вот кузню Ювы я не могу взять. Так что ли? Одна крафтовая, да, вот надо. Преимущество в том, что у тебя прокачаны они до 450-го. Там рецептов нет, круто. Они прокачаны. И три вот эти бинты, кулинарка и рыбалка. Я еще тренинги сделал, себе отправил. Че, погнали, короче, я. Ого, блядь. Плохо. Хорошо, что прокачано, можно сразу купить рец и крафтить, да, зарабатывать. Как его поднимешь? 60% быстрее, чем остальные смертные. Я уже вижу, как ребята охуели, когда ты придешь с ВК-25 обычку геру, блять, ДК будешь танчить. Да я кату защищать. Ну, видишь, какой у тебя ЦЛК получилось хорошо. Синдра лично, у меня это... Он не подчиняется. Чё там? Ого. Смотри, как я плаваю быстро, не хайся. Реперетаю быстро. Опа. Просто змееподобное чудовище. Да, блять, кракен нахуй. Плавать на реально быстро. Медведь еще будет, прикинь. Надо медведь. Да, откинул. Я так жив все время, когда откинул. Я вайпался в анкахете, короче, понял. Не кикнули оттуда. Просто забегаю в этом пулкете, он притягивает, понял. И, короче, блядь, я вайпался. Сука. Я в ДД-шмоте. Каню, нихуя. Мне это нужно. Блять, я отказался от учебника, сука. А у меня, знаешь, этих учебников это три. Да, в натуре один. Персональный. При получении персональный. Там нельзя пройти, куда ты пошел. Куда идти? Куда? Мы сейчас вот пошли сюда, пошли. Вот эту пачку надо чистить и налево. Во второе. Такие тела, они там бегают. Значит, если ты нырнешь, ты просто приплывешь к тому месту, где мы стартанули, понял? Тут мы никак на X1 не стартуем с другого. Я себе голем. Да, нет. Не это, для тебя уешь, это его. Смотри, как я качу их, блядь.
Кто-то маковый или... Просто таких скиллованных змей еще не видели. Кстати, змея, ебать. Танчи, ебать. Так, чуть-чуть пом... Охуеть. Что надо, не... Мы обсадрились эти, слышишь, сзади? Куда мы... Классно. Классная она. Нравится тебе? Идем вон тут вниз, за кобрами. Нет, какой-то пидор вылез. Тесней, махнул. Что за хуйня? Взлет. Прикольно, я бомбы накидал, могу сидеть ману пить. То есть пока не начали урон наносить, да, могу сидеть ману пить, пока не начал тикать урон. Сейчас кинул, даю бомбы, блядь. Смотрю, булки активны, думал, о, заебись, присел, они тикают. Еще знаешь, какую хуйню заметил? Допустим, в бою, когда я за долю секунды прожимаю, скажем, там, берсу, да, и начинаю скилл кастовать, то есть во время каста шара прожимаю берсу. Вот, там, за... буквально там 0-2, она мне кастуется сама, если я шар следующий начинаю. То есть она как бы в очередь ставит. Это надо момент подловить просто. Почувствовать. Зам, может, баганул. Короче, изучаем механику. Тут разные фишечки. Заебали они. О, БР, ничего себе. Я хуёвый танк, в этом много цели есть. Так что смотри. Хуёвый. Будешь дохнуть, когда я... Многочлен, да. Дракарис, он сказал? Ты серию смотрел? Смотрел. Дайнейт психанула, блядь. Я хуй знаю. Сожгла. Весь я город, когда, блядь, смотрел, я думаю, ну, до момента, когда она решила палить всех нахуй. Посмотрел, думал, нихуя. Я еще думаю, нихуя она полетела на корабли, и же сейчас, блядь, прострелят нахуй дракона, блядь. Да а нет, нихуя, что, дракон? Дракон резко стал убер каким-то, блядь. Да, какие-то. Я прям радовался, когда смотрел, прям нихуя, думаю, ебать, как красиво там все дома. Ёбаные пидоры, я говорю, так вам и надо, нахуй. Потом она начала кружить всех, блядь, просто жечь, нахуй. Просто всех, нахуй. Женщин, детей, всех кружить, блядь. Ну, гора с этим, ну, Клиганой, ну, слили, ладно. Закончилась история. Ария живая, ну, чё там, блядь. Ария, мне кажется, она претендует вообще на трон. Не, мне кажется, нахуй ей трон не нужен. Так, ну, ей нужно. Она хотела убить Серсея, у нее был свой списочек, помнишь? Вот, соответственно, там многие уже мертвы из этого, как я понял. Тогда кого она еще хотела убить? Короче, всех почти в расход пустили. Ну, теперь что, блядь? Теперь Дейнерис, блядь, с драконом будут хуярить все. И Серсея, Джон. Соответственно... Дейнерис теперь только Ария и может убить. Ну, так-то да.
нахуя он бык, ебать? Я тебе говорю, бычара матер. Просто налетел на меня, протаранил. Я за танком пошел, сразу садил все четыре. Убежал туда, щит дал. Я охуел. Здорово, говорит. Ну, первые 2 секунды БЗ, потом пока. БЗ это. У меня в 2 раза дольше было только. А Элиса, короче, прок, и все, нахуй. Еба. Здорово. Куда идти-то, еба? Бля, я весь красный, короче. Я пойду починюсь. И сумки разгрузить надо. Ты поверишь, что ли, сука, как? Проверил, так поверил. Ты как этот Биба Фредди. Попробуй магом сагрить весь трэш, хлоп нахуй. Просто, блядь. Красивые музыки, да? Какое? С врывом? Минус войд, блядь. Да хули я? У меня защиты 0, блядь. Надо шмот было на лед брать, нахуй, чтобы там, блядь, танковские статы были, а у меня, блядь, на ДДС, сука, все. А там дают шмот только на один спек. Угу. Короче, надо, если что, брать на танк на ДК. Ну у меня вот, если что, вот все, что на мне, это вот все, что дали, блядь. Я поменял такой крутак, выпал. И кольцо, и защиты. 442 защиты. Это чарка еще, кстати, 25 чисто дает. Ничего. Короче, лучше танк шмот брать. Ну, блядь, само собой. Почему на ДД? Думал, 2 комплекта ДД. Или чё? А чё ты хотел? Ну, я просто тупил, сука, БДК, это, блядь, кровь, нахуй там на танка дадут, а это тупой хули. Дали, сука, на ДД, блядь, шмот. Сила, меткость, ловкость, нахуй это нам. Ёбаный, сука. Он, по-моему, мне кажется, ГМ не в... того, что я сказал, его танчинг зовут. Ну, бля, ты вилку он ставил? Это пиздец. Вчера, блядь, приз это дает слово тьме смерть, нахуй, на лане. Под укусом, блядь. И 20 тысяч себе наносит, нахуй. Мы вайпнулись. Ну там что-то базар, я смотрю, детали смерти, нахуй. И давай ему объяснять. Так он аж приохуел, блядь. Я заставил его их линкануть обилку в рейд, прочитать слух. Ну, вместо того, чтобы они читали, я им сам слух прочитал. Вот, говорю, блядь. Ходить надо.
Они же не отойдут. Не отойдут. Они что будет? Не смотри, что-то не сдох. Ну, дохнет просто. А, нахуя? Я первый раз их шел, смотрю, блядь, прилетает на. О, хрена, смотри, о, какая. Нахуя. Это нужно, блядь. Ебать, вот это мне надо. Вот это тебе очень надо. Я выиграл. А то буду сейчас падать. О, блядь, ну, хорошо, что босса утонули, всем все. Где Триня ебаная? Нужно. Void Frozen выигрывает, отлично. Смотреть, ставь все сразу. Во. Жимная. С броней, то, что надо, блядь. Я тоже такой бегал. Знаешь, куда еще нам-то исходить? Тебе надо к паукам сходить, этого, блядь, убить. Который поднимается. С него падает консистенция паутина. На 90 дает, а еще дает барьер в бою, который поглощает. Знаю, знаю. Вот, я ее носил долго про товаром, блядь. Угу. Слушай, когда зайдут, минут через 5, давай прервемся, через 10 минут еще порегаем. Если... Кто зайдет? Ну, ко мне зайдут, просто мне отлучиться нужно. Угу. Давай, я на 10 минут отойду. 22:20, 22:30 примерно подойду. Чем еще такого ворваться, блять? Какой рейд? На ирелить на 100 епсе.